Привет, мои дорогие девочки. Я сегодня тороплюсь, потому что у меня опять, как всегда, садится камера. И я только что пришла, но я хочу до темноты снять. Ладно, темнота еще не скоро. Мне пришла посылка от рандеву моего любимого, и пришли новые всякие ароматы интересные, и кое-что, что вы мне давно советовали приобрести. Поэтому я быстрее хочу вам показать. Во-первых, я заказала вот такое средство, вы мне несколько лет его уже советовали. Прям и мои подписчицы, и в комментариях мне писали, что для моих волос это будет замечательно. Это К18 Biomimetic Hair Science, короче. Молекулярная восстанавливающая маска. Она очень маленькая и достаточно дорогая. Это, кажется, штучка стоит где-то 3500, но я взяла попробовать. Давно, потому что скриншотила. Вот посмотрю, насколько вы врете мне или нет. Ладно, ну короче, попробую. Тут прям, ну, говорят, что она очень тратится, типа, ну, медленно, вот. Поэтому посмотрим, Сан-Франциско. Вот такая маска, ну, что она просто супер восстанавливает. У меня несколько скриншотов с разных времен есть по поводу того, что вы мне ее советовали. И я решила, ну, уже пора попробовать. Даже из разных стран девочки мне, на самом деле, писали. И еще вот куча пробников. На самом деле, в этот раз я продолжаю какие-то пробовать новые ароматы. Большинство, вообще, мне кажется, ни один из них я не знаю в этот раз. Я очень волнуюсь. Есть маленькие, есть большие. Например, есть парфюм Killian Angels Share. Начнем с него. В общем, его. Он новый. Новый аромат от Killian. Я его еще не пробовала. В общем, насколько хватит заряда батарейки моей, я вам расскажу. Значит, у меня мини-версия, потому что я была не уверена. Killian иногда очень такие назойливые, мне кажется, ароматы. Что-то как-то я вам порвала, конечно, ладно. В общем, зачитаю сейчас, что же про них говорится. Вообще, в общем, я Killian люблю. Восточно-гурманский, значит. Парфюмерная вода класса люкс с пряно-восточным ароматом для женщин и мужчин. Вдохновлен трепетным, жгучим, страстным ароматом выдержанного пряного коньяка. Парфюмерная композиция содержит жгучие, пряные, солнечные ноты коньяка, восточные специевые акценты соблазнительно-сладкой корицы, пудровой нежной ванили, элегантные древесные оттенки абсолют дуба и восточные дымные аккорды сладковато-пряных экзотических бобов тонко. Флакон у него тоже красивый, но мы его не увидим. Взяла послушать такой вот аромат. Кстати, знакомый какой-то аромат. У всех ароматов Killian есть какой-то свой отличительный вот оттенок. Заметили ли вы это? Я вот заметила. Мне каким-то еще, как будто бы цветами отдает. Ну, знаете, вроде аромат приятный, но я бы себе большой такой не купила. Есть все эти ноты, я бобы и тонко чувствую, я чувствую ваниль. И коньячок есть. В общем-то, все есть, аромат в целом дорогой, но я как-то себя в таком аромате не очень, наверное, я бы сказала, что вижу. Вот. Еще один аромат. Это уже страшно, потому что он уже побольше. Это мои любимые The House of Out. Да почему я все время Out говорю? Out. Dates Delight. Мне нравится уже этот бренд, но вот эти я духи не слушала. И сейчас мы посмотрим, что же в нем есть. В общем, композиция парфюма универсальная. Ее можно носить как женщина, так и мужчина. Аромат станет драгоценным украшением любого вечернего наряда, затмевая блеск даже самых дорогих украшений. В начальных аккордах слышны пьянящий, захватывающий дух эффектным благоуханием ноты пиона, сладость фиников, которые, как изысканный восточный десерт, слегка приправлены корицей и карамелью, с интригующим послевкусием кумарина и бобов тонко, опять же. Завершающим штрихом этой сладкой магнетической композиции вступает обволакивающий, манящий, обольстительный ароматический шлейф, созданный из ноток меда, сахара, ванили и лабданума и бензоина, которые я все равно не знаю, как должны звучать. Блин, не хочу тратить много бумажки. Давайте же его послушаем. Вот этот, кстати, уже поинтереснее. Какой, слушайте, очень приятный, как будто Кока-Кола с каким-то восточным базаром, я не знаю. У них все, на самом деле, ароматы, вот этот The House of Oud, очень интересные. Они могут быть сразу даже не понравиться вам вначале, а потом понравиться, как у меня это было уже один раз точно, или два было. Могут показаться странными, но они не могут оставить равнодушными. Очень интересный аромат, я теперь эти бобы тонко везде, мне кажется, чувствую, как они, серия как Coca-Cola как-то пахнет.
Есть такой немного какой-то бабулей пахнет или каким-то рынком, я не знаю, даже каким-то восточным, но в хорошем смысле этого слова, каким-то даже немного ретро. Но есть и современная какая-то нота. В целом очень такой сладенький аромат. На самом деле, мне кажется, что очень достойно. А куда я делала еще одну бумажку? Что-то я не помню. В общем, мне аромат в целом понравился. Блин, да, я делаю. Еще один аромат Blackberry and Bay. Что у меня с фокусом? Я, кстати, несколько ароматов в этот раз. Ну что ж, камера моя благополучно таки отчалила в сон. В общем, буду снимать на телефон и читать, собственно говоря, с ноутбука. Итак, вот этот парфюм я нашла, знаете, какой-то, то ли Allure, или еще какой-то журнал. Что-то, короче, что-то такое модное. Где-то я вычитала какие-то рекомендуемые парфюмы, какой-то очень известный журнал иностранный, такой какой-то элитный, дорогой. И, в общем, там были рекомендации по духам. И, собственно, несколько духов я выбирала оттуда и смотрела, какие у нас продаются здесь. Итак, все маты остаются за кадром. У меня долго не открывалась страница, но открылась. В общем, Jo Malone Blackberry and Bay Cologne. Волнующий женский цветочно-фруктовый аромат. Прилив глубокого терпкого ежевичного сока, смешивающийся со свежестью только что собранного лаврового листа и дерзких древесных нот близлежащего леса. В верхнем аккорде звучат цитрусовая свежесть грейпфрута, волнующий запах ежевики и тонкая пряность бутонов черной смородины, благодаря которым композиция приобретает фруктовый слегка терпкий оттенок. Звучащий в сердечном аккорде пряно-камфоровые оттенки лаврового листа и запах сочной зелени гальбанума вносят в звучание парфюма яркость и свежесть. А завершает композицию Jo Malone Blackberry and Bay Cologne влажно-древесные оттенки ветивера и хвойно-дымный запах кедра, чей древесный сухой характер придает базе особую глубину и интенсивность. Что мне, на самом деле, нравится, на рандеву там всегда очень все красиво писано, и всегда есть много отзывов от людей, поэтому я всегда читаю отзывы. Давайте пробовать. Слушайте, я не чувствую, кстати, ежевики, или я, может быть, забыла, как пахнет ежевика. Он такой более какой-то свежий, я почему-то ожидала, знаете, что-то такое более сладенькое, он такой... более свеженький. На лето, я думаю, на самом деле классно. Как будто какими-то листочками, кстати, правда, смородина, мята, что-то такое, знаете, как из сада. Очень приятно. Есть сладкость, даже каким-то огурцом как будто немного отдает, хотя его тут нет. И какая-то еловость. На самом деле аромат интересный. Мне кажется, он действительно не сексовый. Даже там, по-моему, кто-то писал в комментах, что он даже как будто бы больше мужской. Но я все равно решила рискнуть в этот раз, потому что я люблю рисковать. Так, и в общем, вот, что я все, что могу сказать. А на самом деле, я потом еще в одном видео вам расскажу уже, когда попробуете парфюмы на себе, потому что иногда мне что-то не нравится, а потом начинает нравиться. Еще заказала, очень интересный, кстати, парфюм. Я немного более сладких нот ожидала, но в принципе прикольный. Еще один мой новый любимый бренд, это Floraiku and Your Lips. У него очень красивый флакончик. По-моему, нет, кстати, он был 8 мл, но что-то я так побоялась заказать. 3000, думаю, ладно. Пока возьму маленький. Если понравится, в следующий раз закажу себе побольше. Значит, композиция парфюма превращает фужерный аккорд, традиционно ассоциируется с мужским ароматом, в женскую версию, ценимую за свежесть и бодрящее звучание. Пассаж как обмен нежным поцелуем для большей чувственности и мягкости. Играя с ароматическими нотами, аромат приобретает цветочную окраску и помаду. Бергамот, лаванда, мускатный шалфей звучат в начальном аккорде, удивляя запахом засахаренного мармелада со вкусом яблока и финика. В сердце композиции And Your Lips классическая герань элегантно уступает место ультраженственному дуэту египетского жасмина и турецкой розы. Наконец, пряный лесной запах дубового мха, сладковато-дымные оттенки бобов тонко, сладость мадагаскарской ванили и белый мускус окутывают композицию колдовским шармом. Парфюм, ладно, заключен, короче, ну ладно, прочитаю. В кобальтовый флакон с высоким колпачком, с изображением разноцветных губ, в общем, ничего интересного. Что-то я так, конечно, очень красиво порезала, но у меня такие, видите, салфетки очень яркие. Так, давайте же Floraiku. Кстати, очень приятный. Вот этот бренд мне тоже стал очень нравиться. У них такие все необычные парфюмы. Как будто сладкие, но не настырно сладкие, не типично сладкие, не барби-телочьи сладкие, а какие-то, знаете, очень интересные.
именно какая-то интересная сладость. Присутствуют тоже какие-то, кстати, типичные нотки именно для флорайку. Я очень надеюсь, я правильно произношу, может быть и нет. Интересный, но он такой тоже достаточно прямо сладенький аромат. В целом достойно попробовать. Еще осталось два. Один мне положили в подарок и еще один прямо на десерт. Вы знаете, на самом деле я хотела еще в прошлые разы попробовать. Я когда-то делала подборку по работе о парфюмах Хайли Бибер. И нашла три парфюма, которые она обычно рекомендует, которыми она сама пользуется. И я давно хотела их послушать, потому что я не знаю ни один из них. У нас я нашла в России, ну как, ну, по крайней мере на рандеву, да, я смотрела только один. Он называется Ex Nihilo или Ex Nihilo, я не знаю, как он правильно читается. Fleur Narcotic, короче, называется. Так, телефон уже тоже дает жару, в общем. Цветочно-фруктовый унисекс парфюм довольно, на самом деле, популярный. Роскошный аромат целого букета еще влажных от утренней росы цветов, благоухающий медовым апельсиновым цветом, терпковатым жасмином и тонким элегантным запахом пиона. Цветочный аккорд звучит на... Друзья, на меня все садится память. В общем, быстро, срочно пробуем парфюм. Я надеюсь, что записалась. Если что, придется... Ну что ж, друзья, я там с темноты дозаписываю уже комментарии по поводу духов, потому что у меня закончилась память, и когда есть откуда, я записываю видео. Короче, из будущего, конечно же. В общем, духи эти мне совсем не зашли, я их отдала маме. Но они больше цветочные, я не люблю как-то все-таки цветочные ароматы, я поняла, что очень редко мне какие из них нравятся, поэтому отдала их маме, в общем. Вот. Расскажу еще попозже, может быть, про аромат, кому интересно. Ну, как-то вообще не моя история. Потому что, видимо, вкус Хайли Бибер у меня не очень в духах сходится, так сказать. В духах. Меня как? Беня, ну посмотри на меня. Бень. Скажи, мама, что ты докопалась до меня? Somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Привет, друзья, хочу вам рассказать об эффективности рекламы блогеров. Я рекламировала вот это средство, это гидрофильное масло. Вот такое вот. И оно мне настолько понравилось, что я заказала уже за свои деньги еще раз такое масло. Хотя оно не очень дешевое, оно 500 с чем-то рублей, даже, по-моему, 600 иногда. Но вот скидка была 500 с чем-то. Но нам очень с вами понравилось. Вообще мне гидрофильное масло часто щипет глаза. Не только гидрофильное, многие средства, на самом деле, для снятия макияжа. И вот это оно не щипит, но очень хорошо все смывает, и мне прямо очень понравилось. Поэтому уже реклама вот за свой счет, так сказать, но могу сказать с уверенностью, что не просто так вам показываю средства. Вот это от, значит, бренда, как называется-то, Сибриял, вот так вот. Кому интересно, могу даже... Ну, напишите, короче, если кому-то нужно, артикул оставлю еще раз. Очень классное масло, оно долго хватает. Так что, если вы думаете, что я просто рекламирую ради рекламы, то нифигашечки. На самом деле, правда, очень крутое вот такое вот маслечко. Хотела недавно снять пустые баночки, но отгадайте, с новым розыгом была лень. Вот, у меня что-то еще закончился хайлайтер, тоже Каринка мне дарила. Я его прям добила, вот до последней, можно сказать, крошки. От The Balm был очень хороший хайлайтер, вообще много чего добила на той неделе. Ну, достаточно много. Тоник еще какой-то я добила. В общем, ничего не стала так снимать. Но вот хотела вам показать масло, потому что купила их уже новое. Доброе! Почти уже вечера. Да, точно вечера, 5:30. 5:30! Какое прекрасное время! Друзья, я с вами редко болтаю. Прыщ! Вообще, кстати, у меня какие-то прыщи пошли опять. Что-то я такого поставила, что у меня как будто бить подбородок, откуда-то взялся такой ракурс. В общем, по ходу того, что начала есть сладкого, у меня появились снова прыщи. Короче, отменяешь сладкого — прыщи, возвращаешь сладкое — прыщи. Короче, в любом случае, прыщи ешь или не ешь, они что-то появляются. В общем,
Что я хотела сказать? О чем я сегодня хотела поговорить? У меня какая-то проблема, короче, с сахаром. Я, кажется, уже с вами на этот счет говорила, что я не могу отказаться от сладкого без аскез. Мне нужно брать какие-то аскезы. И если я себе уже даю слово, что все, нельзя, еще конь желания, если загадан, да, то я держусь нормально, вообще легко. Если это из серии, ну, нежелательно есть, поменьше лучше есть, можно, но чуть-чуть, но иногда, короче, это на меня не работает. Я вчера, кстати, вообще нажралась, по-другому не сказать, достаточно много сладкого. Мы ходили с девочкой в кофейню, я такая, ну, раз в кофейню, возьму что-то вот любимое свое вкусное. Я там торт взяла, пол печеньки, это типа серии, как она, не помню, называется, серия M&M's, или как она, печеньки, знаете, как из Макдональдса. Короче, не помню, бренд, не суть. В общем, такая большая шоколадная куки, короче, печенька, я половиночку съела шоколадную, и, в общем, я уже чувствую, что мне подташнивало, потом пришла домой, еще решила попить кофе второй раз за день, еще со сладостями, и, короче, меня начало прям тошнить. Вот. Я думаю, что организм уже к такому количеству сладостей не привык. А потом, когда я вам говорила про сухофрукты, вы мне тоже писали, что «Алиночка, пожалуйста, милая моя, не ешь сухофрукты в таком количестве, потому что они развивают сахарный диабет». Тоже неприкольно. И я такая после этих всех ваших комментариев, ну, поверила и такая же думаю, блин, ну что, сахар тогда уже придется опять есть. И, в общем, я все равно то конфетку съем, то еще что. У нас очень дома много конфет, по-моему, там конфет. В общем, я там одну конфетку в день, знаете, все равно что-то где-то вот подъедала, что меня тоже напрягает. На самом деле, чем больше ты ешь сладкого, тем больше реально его хочется есть. Если ты от него отказываешься и его не ешь, его как будто бы вроде и тоже и не сильная охота есть на самом деле. Я не знаю, не могу к какому-то консенсусу, так сказать, прийти. Потому что сегодня я искала какие-то варианты. Опять же, посоветовали, да, темный шоколад. Известный факт, горький шоколад. То, что понемножку можно, даже диетологи советуют. Я не то, что его не люблю, я, в принципе, его люблю. Я его могу спокойно есть и наслаждаться. Но я не фанат, короче. Я не кайфую и не балдею. Я не знаю, что делать. Сегодня я купила шоколадку, значит, горькую. Пористую, с малиной. Она очень вкусная. Я съела пол шоколадки. Там какой-то заменитель, короче, сахара, он тоже что-то из сахара, но там на 40% меньше калорий или что такое, короче. Потом купила себе хлебцы, там сироп из сахарозы и еще что-то, короче. Ну, тоже вроде типа может быть полезно, не вредно, не знаю, 33 калории в одном хлебце, но я их съела 4 мать его штуки, карамельные хлебцы, очень вкусные на самом деле. И еще вот я купила черешеньки. Черешеньки поела, страбананчик поела. И, короче, вот так вот весь этот ЗОЖ, знаете, казалось бы, да, чтобы что-то там снизить. В итоге я нажрала очень много всего, и все равно, по сути, ну, какой-то сахар все равно приходит в организм. И, в общем, вот, что делать, я не знаю. Я не могу перестать, блин, есть. Или совсем переставать, или по чуть-чуть разрешать. Знаете, не хочется себе каких-то запретов создавать, не хочется возвращать потерянные килограммы назад. И благо, меня заносит ненадолго, я там день-два такая, очнись, ты ешь сахар. Вот, потому что мне жалко проделанной работы, чтобы за неделю там я набрала все это обратно, знаете, и поэтому... Вот что делать? Кто чем заменяет девчонки сахар? Кто тоже с такой историей? Поделитесь, пожалуйста, что вы делаете? Как вы с этой проблемой боретесь и боретесь ли вообще? То ли просто есть обычные фрукты, но они не заменяют, понимаете? Все равно хочется вот похрустеть чем-то, пожевать такое что-то тянущееся. Знаете, все равно вот эти разные даже, да, как не состояние продуктов, ну, в общем, я думаю, вы поняли. Консистенция все равно хочется. Просто одни просто фрукты вот свежие есть, но надоедает тоже, короче. И я не знаю, ну, вроде как шоколадки иногда можно. Я сегодня заказала, нашла, кстати, на Wildberries какую-то линейку авторский шоколад. Он идет веганский, без сахара, там разные интересные ингредиенты. Вот я заказала с перцем и ананасом шоколадка. Молочное, на кокосовом сахаре, что-то такое. Все, конечно, тоже дорого стоит. И я не знаю, вообще по факту, вот есть в этом какой-то смысл или нет.
Такой, может быть, даже риторический вопрос, конечно. И, безусловно, все эти продукты рано или поздно тоже сложные надоедают. Короче, хочется, знаете, как-то вот в гармонию это все привести, чтобы иногда что-то съесть, но не пережирать, не толстеть, и целлюлиты, чтобы поменьше было. И как-то совсем отказывать себе тоже и нельзя, вроде и вредно, и говорят, что все равно немножко сахара нужно есть, я не знаю, сколько-то правда, блин. Весь этот мир сложный, он такой сложный на самом деле. Вот поэтому хотела спросить ваше мнение, что думаете, что делать?